И всем привет, с вами Максон. В этом видео я буду разыгрывать ключ Steam, как я обещал, 3 числа. Вот, видео было выпущено сколько дней назад? Короче, давно было выпущено, 24 декабря. 7, 8, 9, ну, короче, 11 дней. Вот все 4 участника, я не считаю. Вот 4 участника. Вот сайт random.org. И вот я уже выбрал минимум 1 человек, максимум 4. И хочу сказать, что будет как бы не первый человек, который попался, а пятый, ну, чтобы было более интереснее. 1, 2, 3, 4, 5. Ну и что ж, выиграл 3 человек. Все было рандомно, как вы видите. Я не виноват, если вы полтретий не обсуждаете меня так. Ну, вот. Сейчас. А, вот он. Он написал как раз свой скайп. И вот я ему сейчас отошлю ключ на игру. Я понял, что игра Alvar в Стиме. Ну ладно, всем удачи, всем пока. С вами был Максон. Это был розыгрыш ключа Steam. Всем удачи, всем пока. И, кстати, да, с Новым годом. Сегодня 3 число Нового года, 15-го. Всем удачи, всем пока. Я это несколько раз уже сказал.